Так, доброе утро, друзья. Сегодня 23 апреля. Я всю ночь ехал с Нгапали Бич в Янгон. И сейчас я нахожусь в Янгоне. Вот снял на ночь гостиницу. Вот это мой номер. Номер ужасный, стоит дорого, 2000 рублей ночь. В Нгапале мы платили 2500, но это не сравнить, у нас там два раза в день убирались. Здесь грязно, в ванной ползают муравьи. В общем-то, такое все. Неопрятное, неухоженное. В общем, я крайне разочарован за такие деньги. Хотя по букингу довольно высокий балл. Итак, чем же мы займемся? Сегодня мы съездим на пару достопримечательностей, поснимаем их и съездим на автобусную станцию, узнаем, как ходят автобусы до одного места, до которого мы хотим доехать. Это деревушечка небольшая, мини-городочек. Называется он Пегу. Почему туда? Потому что это близко, и вроде там есть что посмотреть, и город небольшой. Как я понял, все большие города Азии, что Бангкок в Таиланде, что Мандалай, Мьянме, что Янгон, все однотипные примерно, они все грязные, все шумные, люди здесь мрачные достаточно, уже не такие приветливые, никто не улыбается. Ну, понятное дело, что большой город делает свое. Вот, и поэтому нет желания здесь оставаться. До самолета в Россию у меня 6 дней. Поэтому на 4 дня я поеду в деревню, наверное, там побуду и приеду сюда на 2 дня. Как раз мне хватит, чтобы посмотреть все основные достопримечательности Янгона. Вот, честно говоря, немножко подустал и уже хочу скорее домой. Соскучился. В Краснодарском крае весна уже, надо ехать домой. Сейчас выйду на улицу, немножко вам поснимаю улицу и хочу снять таймлапс. Собственно, просто пройтись по улице, чтобы посмотрели общую атмосферу большого мегаполиса. Это самый большой город в Мьянме, Янгон. Вот. Ну и несколько достопримечательностей сегодня тоже отснимем. Вышли с отеля, подходим к одной из центральных артерий, центральная улица. На улице адская жара просто, я не знаю, время где-то 11. А дышать нечем уже вообще, что будет через 3-4 часа. С ума можно сойти. Короче, поток, как всегда, бешеный. Пытаемся сейчас перейти дорогу и начну снимать таймлапс. Называется это красота. Вот это большое озеро посреди Янгона. Считается одной из достопримечательностей, отмечено и в TripAdvisor, и в Google картах как одна из достопримечательностей. Вот до нее мы дошли. Народу нет, жара, блин, адская. Все мечтают, наверное, о дожде.
Я мечтаю о нем еще больше. Такая вот красота, тут все зелененькое. Красиво. А я все еще на озере. По карте интересное место. Яхтинговая федерация, федерация яхт Мьянмы. Яхтинговая, наверное. Яхтинговая федерация, да? Правильно будет сказать. Пойдем посмотрим, что там за территория. Если это яхтинговая федерация целой Мьянмы, наверное, роскошно должно быть. Такой вот фонтанчик. Наверху яхточка такая красивая. Established in 1924 год. Может быть, это год основания. Красиво, очень ярко, но нет яхт. Не знаю, почему их нет. Есть, но они все запакованы. Может, сейчас у них не сезон. May? No? No? Не пускает нас туда, где красиво. Ну и ладно. Такие вот яхточки упакованные. Все остальные уплыли на соревнования в Геленджик, наверное. Я приехал на очередную достопримечательность. Вон она чуть-чуть виднеется. Это 98-метровая ступа, позолоченная. Называется Шведаган-пагода. Это самая почитаемая пагода в Мьянме. По легенде, по преданию, в ней хранятся четыре реликвии Будды. Там я читал что-то вроде водяной фильтр, посох и еще две какие-то реликвии. Вот, ее неоднократно грабили в каком-то из... В 1600 каком-то году отсюда стырили какой-то нереально огромный колокол. Вот, но тем не менее много чего осталось ценного, древнего. Вот сейчас мы пойдем все это изучать, смотреть, щупать, трогать и пробовать. Пацан тут спрятался на лапе. Засмущался. Тут даже есть контрольно-пропускной пункт, как в аэропорту, и просветка, представляете? Как всегда, религия выступает как самый лучший бизнес. Под шум волны продаются всякие штуки, куча Будды, тебе тут и изумрудные, и нефритовые, и игрушки, и цветы, и все, что хочешь. Ход босиком только, как всегда. Доехал я отсюда с гольф-клуба на граб-такси. 4 километра. Отдал за это все дело 90 рублей. Примечательно то, что город огромный. А в граб-такси только машины, нету байков. Что, конечно, дешевле. Хотя, в принципе, 90 рублей не так дорого. Короче, нас не пустили, потому что я в шортах. Просили, мало того, что вход стоит 10 тысяч, это 500 рублей, так еще и денег за штаны, которые продаются там же, можно их купить. Вот. А я решил прийти в следующий раз, благо у нас на Янгон куча времени, поэтому придем в другой раз. У нас есть штаны, и мы оденем штаны и придем в штанах, всем назло, и посмотрим эту красоту. Еще один вход, так он выглядит со стороны.
Шведаган Падага. Красиво, конечно, богато очень. Ну, так как туда нас не пустили, а по плану у нас сегодня две достопримечательности, я решил отправиться в Национальный музей. Он недалеко, 2 километра отсюда, как раз пройдемся пешочком, посмотрим, что же там за Национальный музей. Двигаюсь по пути в музей. Тут какой-то квартал, где кушают и одновременно живут. Вот там вот стройку строят, огромные дома. Что-то такое странное. Hello. Все-таки отличается Янгон от Мандалая, чувствуется его южность, скажем так. Много зелени здесь, гораздо больше, чем в Мандалае, все засажено. И жарче намного. Насколько я там легко переношу жару, то это для меня прям испытание, прям серьезное. Днем куда-то выходить вообще не вариант. Очень жарко. Чувствую себя вареником вареным. И кажется, народ здесь попроще, чем в Мандалае. Итак, Национальный музей. Посмотрел я, сколько градусов сейчас. 38-41. Ну да, так чувствуется, что либо 38, либо 31. О, головочку так припекает. Какого-нибудь прохладительного напитка сейчас бахнем в красивом кафе Янгон. Итак, сюда нельзя ходить с камерой, только с телефоном. Ну, будем снимать на телефон, не проблема. Здесь мы были. А вот это вот такие контейнеры для еды. Примечательно то, что сейчас такие же, только ну, поменьше намного, в половину. И они из нержавейки. А вот выглядят вот точно так же. Представляете, как традиции блюдут. Красиво, детально. Представляете, это все вырезано из цельного куска дерева. Это вообще какой-то космос, как так люди умеют делать. 3D из дерева картины. Невероятное совпадение. Именно эту пагоду я сегодня запостил в Инстаграм. В музыкальном отделе музыкальные инструменты, судя по всему, это аналог арфы. Или может быть арфа аналог вот этого инструмента интересного. Вот так вот на нем играют. За
называется этот зал? Галерея Будды. Здесь только одни Будды. И все, что с ним связано. Последний этаж, то ли пятый, то ли четвертый. Здесь представлена национальная одежда. Вот так вот нормально выглядеть. Это разные эпохи. Но тем не менее, даже сейчас много общего с современной одеждой. Останавливаться на дорогах не принято. Вот так вот мы стояли минуту целую. Нас никто не пропускал. Представляете, между полосками стояли. Хоть бы кто остановился, вообще всем все равно. Ну, видимо, культура такая, просто не принято. Не из-за того, что они невежливые там. Итак, побывали мы в музее. Очень понравилось. 4 или 5 этажей, немного уже запутался. Очень жарко, такая голова в дурмане. Вот. Не во всех залах был кондиционер, но в целом достаточно приятно, прохладно. Экскурсия в музей, проход стоил 250 рублей. Красиво, интересно, там начиная от каких-то окаменелостей, заканчивая современными там нарядами, украшениями и так далее. Очень мне понравилось. А сейчас мы пришли в вегетарианский ресторан, который надо попытаться найти теперь. По пути домой искал фрукты. И вот на такую жесть наткнулся. Типа китайского квартальчика. Решил прогуляться тут, позырить, чем тут. О, суши, роллы. Чем тут народ балует. Книги тут. Короче, ездят автобусы, тут же люди кушают, тут же это все готовится. Такая тяжеловатая атмосфера. И сладости. Тяжеловатая в плане жарко и душно. После побережья шумно, много всяких действий вокруг. Глаза туда-сюда бегают. Такое немножко. Акклиматизация современному мегаполису. Доброе утро! На дворе 27 апреля. Я в Янгоне. Приехал опять в Янгон. Отсюда у нас вылет. А вот снял гостиницу. Вот такой вот у меня на этот раз номер. Стоит он 3 ночи 6 тысяч рублей. Телевизор. Мистер и миссис Смит у нас идет. Продолжаем путешествовать по Янгону. Сегодня мы пойдем гулять
на рынок. Он занесен в достопримечательности города. Вот, обязателен к посещению. Очень много отзывов. И так как это последний город, с которым мы летим в Россию, я наконец-таки могу свободно, спокойно накупить сувениров, каких-то, может быть, вещей. Вот, и поэтому сегодня мы будем гулять по рынку, я все это поснимаю. Какие-то достопримечательности я уже вот как насыщен ими. Везде все одно и то же, везде одни пагоды, храмы, и поэтому оставшиеся 2 дня, вот сегодня я потрачу на рынок, завтра я потрачу на фото-видео-монтаж, ну а послезавтра уже, собственно, самолет, и можно будет что-нибудь в аэропорту поснимать. У нас большая пересадка, 7 часов в Пекине, возможно, удастся еще погулять по Пекину, посмотрим, если я найду, куда вещи сбагрить. Вот, встретимся на рынке. Потихоньку подошли мы к рынку, шли мы 1,5 часа, и в общем-то ничего такого особо интересного не было. Вот, вот так вот выглядит вход на рынок черкизовский, деревянный помост. Такие аккуратненькие павильончики. Я думал, тут толкучка будет жесткая. Не так много народу. Наверное, здесь тусят одни приезжие. Плиточка все. Скорее, кирпичиками. Так. Ткани. Красотками. Всякие тут одеяния. Украшения. Нас не интересует. Что-то как-то кажется, они еще только открываются все. Hello. Много тканей. Местная фишечка, наверное. Все сюда едут за тканью. О, что-то уже похоже на правду. Что-то традиционное. Блошиный рынок. Люблю такие штуки. Друзья, зашел тут в чудесную лавку. Красивые тут продаются украшения. И вот хозяин спросил, сколько стоит статуя. Она стоит 35 тысяч долларов. Представляете? Красивая, да, красивая. Девчонки молодцы, хорошо торгуют. Ох, интересный народ, этот бирманцы. Рядом за углом есть нечего людям, а тут статуи за 35 тысяч долларов продаются. Ну круто, чё. С рынком покончено. Там одни ткани и камни, каменные изделия из камней. Я переместился по соседству в торговый центр. А цены такие прям не дешевые. Посмотрим, что дальше будет. Такой везде большая разница. Рядом с нищетой могут быть вообще какие-то колоссальные там дворцы, особняки, и там, где нищие покупают все за копейки, рядом может стоять какой-то гипермаркет, где все будет раз в 10-15 дороже. Вот, вот так вот все здесь построено в этом государстве.
А эти девочки, они живые, стоят как манекены, представляете? Куклы. И показывают, что на груди у них какие-то интересные принты. Вот так вот из людей делают манекены. Им надо стоять неподвижно. Приколитесь! Вот это вообще фокус, блин! 28 апреля. Предпоследний день. Завтра вылетаем. Сегодня решил пройти с фотоаппаратом, поделать портреты и вышел к реке. Посмотрите, какая тут красота. Привет, малыши! Привет! Привет! Вот такие вот тут местные лодочки. Как всегда, немного грязно. Здесь у причала почему-то очень много кокосов, тростника и бананов. Прям целые склады. И все это куда-то отвозится на лодочках. Экспорт и импорт. Смотрите, сколько бананов. Обалдеть. Да, туристы тут нечастые гости. Все на меня так смотрят. Мне же как-то не по себе. Ну, как всегда, красоты. Косики разгружает потихонечку. Красота. Откуда, интересно, их с какой-нибудь деревни привезли? Целый порт. Кокосы, бананы. Тростник сахарный. А речка не очень. Не очень чистая. И тут же по соседству вот такой вот, такая набережная, такой вот парк небольшой. Сейчас посмотрим, как здесь речка выглядит. Ну такое. Пойдем дальше, посмотрим, что здесь творится.